Василич пошел, сейчас будет водку там готовить, давай. А я пойду с мостик сниму. Скоро моста не будет. Бабочку чуть не поймал. Вон там за поворот у нас щука идет. Мы отплывем подальше? Конечно, я за вами пойду. Вы первые снимайте. А я уже подловлю. Остатки подбирать. Что не возьмете, блин. Сейчас проверим. Таня ловила, а это... Вон, а где течение? Нет течения. Это самое готовое для бани, для этих, для каменники. Летают, размножаются эти стрекозы. Ну давай, метнись хоть кто-нибудь, чтобы видно было. Смотри, как классно. Так, вот эти сейчас мы туда бросим. Оп, два. Оп. Она под нами уже тут. Она еле держится. Поднимай. А, такая. Для ухи. Подожди. А, не спеши. Дятел. Че вы такие все маленькие-то? Можно отпускать, да, наверное? А хотя нет. Ать! Да, 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 да. Сейчас засолим, потом завялим.
охотника сюда на зиму, чтобы он бобров тут всех повывел. И опять все будет хорошо. Через год, через два все восстановится. И повторяется. Никто не бегает. Что у нас таки будет? По две щучки в день все. Норма. Ну, по-моему, этот входит во вкус. Можно стоять на входе. Места такие шикандос. Вот сейчас под лопухами. Молодец! Щучка или окунь? У тебя лодка маленькая, не влезла, я видел. Да, горе, да. Мне горе. Это была твоя рыба третья. А леска целая? Поводок расстегнут? Ну-ка, дай-ка поводок посмотреть. Он расстегнут. Почему он расстегнулся, я не знаю. Я отпустил леску. Я тут еще это похожу, посмотрю, блин. Че тут будешь ходить-то уже, все. Че ты? Он свое отработал, значит. Попался. Хмырёный. Ой. Ушел. Ай-яй-яй, ушел. Да. Мы тебя ждем, хотим чая попить. Да я вижу, что ты вон. Не торопишься к нам. Чаем напоить нас. Мы вышли попить чайку. Чихана. Одно дело бы, Саша, понимаешь, он бы зацепился, я бы там потянул, и он бы оторвался. Это одно понятие. Не, у тебя почему-то этот был расстегнут. Я же тебя пристегивал, все было нормально. Да, хорошо. Почистили акваторию. Да. Перекатик. Ты зачем, блядь, вот так делаешь-то? Это же не ок. Я надо поводить, помучить. Ну все, это до сих пор. Как это до сих пор? Ты же вытащил одну щуку, как? Хорошо цепнуло, блин. Да-да-да. Вот, Саня, блин, опять я виноват. Я тебе хуёвый воблер дал, видишь? Не ловит. А памяти у нее немножко больше, чем у золотой рыбки, конечно. Вот за ним окушок не бегает. Вот надо поменять. Окушки, блин. Василич, тебе посвящается. Не обижайся, Василич.
Ну, если ее отпустим, если хочешь, чтобы ты ее еще раз поймал. Кидай воблер, мы тебе прицепим. Василий, давай подцепим тебе, а ты ее потаскаешь. А мы снимем. GoPro стоп видео. Корягой должна, блин, сидеть, из коряги выскакивать. Кто-то плывает вокруг коряги. Он, кстати, провел воблер. Шок. Где это? Не хочет, блин. Не смог. Так, что мы там? Не записали? У нас тут мало-мало, а что-то вам такое попало. Это еще килограмм стихи. И кто-то тут еще больше дерет. Сейчас остынем и поваем. Островок. Тихо-тихо, не греби. Нормально сейчас. Перекатывать интересно. Он не умер? Не такой, может быть, если поставил. Для хари он. А тот-то камень вообще, смотри, вдалеке. Будто, блин, спина медведя. Он же там в воде его не видно. Под ним проплываешь и сон забиваешь. Вот к этой песочку подплывем, да, вот к этим, я выйду,
туда брошу. Ну чтобы тут. Гулливер в стране лилипутов, блин. А Василий вообще куда-то спрятался? Я его вижу, тут вот. Куда, ну сейчас. Я вот отсюда его половил, щуку-то для ухи. Он, наверное, там уже вылез. Уже домой убежал. Дорогу что ли выучил? А вон он. Куда он без нас, он же на берег выйти боится. Все когда-то заканчивается.